ТВКОМ – один из старейших и авторитетных телеканалов Улан-Удэ, который более 20 лет освещает жизнедеятельность столицы республики. Поэтому понятно, что кандидаты в Народный Хурал, которые идут по Улан-Удэ и пригороду, выбрали его как источник информации для своего общения с избирателями. ТВКОМ всегда показывал любые свободомыслящие выступления. Конечно, эфирного времени мало, но мы надеемся на то, что граждане республики и граждане города Улан-Удэ будут смотреть ТВКОМ и будут видеть воочию всех своих кандидатов. Такая уважаемая компания, как ТВКОМ, проводит сегодня именно, вот, чтобы изначально были понятны правила игры для политических партий и для одномандатников. Вот это, я думаю, что хороший пример. Вот. И платная основа, взаимная ответственность, взаимные обязательства. И, соответственно, будет объективность в изложении. Предвыборная программа – это серьезная платформа, которая должна быть объективно донесена до потенциальных избирателей. Поэтому ТВКОМ предлагает как для политических партий, так и для кандидатов по одномандатному округу обширную сетку вещания с удобными включениями. Мы хотели бы, чтобы кандидаты имели возможность общаться со своими избирателями, и поэтому вот такой объем мы посчитали, пропорционально разделили его между партиями и кандидатами и выставили на жеребьевку. Мне нравится, как проходит жеребьевка, спокойно, каждый определяет тот объем, который нужен эфирного времени. Я думаю, что и хотелось бы надеяться, чтобы кандидаты и политические партии используют его максимально эффективно. Сергей Соголов, Булат Бадмаев, «Новости дня».